Здравствуйте! Сегодня я хочу познакомить вас с новой доской от NorSkateboarding. Это Team Series размером 137x41. Очень легкая доска, она выполнена из карбона. И один корпус с закладными весит 2 килограмма 300 грамм. Это очень небольшой вес для такого размера. Конечно, эта доска ориентирована для спортсменов, которые соревнуются в современном фристайле. Основание доски имеет конкейв. Также небольшой рокер и переменная жесткость. Все эти три составляющих будут давать этой доске необходимую скорость и уверенное хождение против ветра даже в сложных условиях небольшой волны или битого чопа. Доска достаточно большого размера, чтобы обеспечить стабильное приземление при прыжках ванкукет. На концах доски имеются мериданы, которые вместе с плавниками добавляют стабильность этой доске при отталкивании и на приземлении. Нож Team Series предназначен прежде всего для спортсменов, но форма, которая ориентирована на современный фристайл, также хорошо и подойдет для катания, для простого спокойного катания, для фрирайда. Типсы имеют достаточную ширину, что обеспечивает доске большую площадь и раннее глиссирование. Поэтому даже если вы только начинаете учиться, эта доска вполне вам подойдет. Еще одна новинка этой доски – это то, что вы можете настроить ширину стойки в большом диапазоне. Чтобы отрегулировать ширину стойки, вам достаточно чуть ослабить винты и передвинуть всю платформу, настраивая необходимую ширину. Она удобно и легко двигается. Если вы хотите заметить, на внешней стороне есть риски, которые позволяют одинаково настроить справа и слева. Вам достаточно передвинуть и быстро закрепить. Платформы довольно объемные, что будет хорошо смягчать ваше приземление. Петли с липучкой хорошо настраиваются и не составит труда, даже если вы будете кататься не босиком, а в ботинках. Итак, эта доска хороший вариант для покупки на вырост. Она будет отлично идти против ветра, и достаточный размер этой доски подойдет для новичка, который только начинает осваивать хождение против ветра и планирует прыгать с переводом кайта. Также, когда вы научитесь это делать, вы можете легко переходить к более прогрессивным трюкам на прыжках ванхукет. Эта доска как раз, для них и была предназначена. Поэтому знакомьтесь, новая Norse Team Series, размер 137x41. Мне она очень понравилась, для моего веса 97 кг, она была очень удобна практически для любого катания. Единственное, что может быть не совсем для этой доски, это вейфрайдинг, но для этого нужны специальные доски.